Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на возрождение сегодня. Спасибо за то, что смотрите нас. Нас ждет прекрасное время вместе. Но вначале я хотел бы попросить вас об услуге. Если вы смотрите нас в YouTube или в Фейсбуке, то не забудьте оставить отзыв и комментарий. Найдите несколько минут, чтобы написать нам о том, как это служение повлияло на вашу жизнь. Можете даже порекомендовать нас кому-то. Мы будем вам очень благодарны. Сегодня у меня в гостях израильский араб. Он родился и вырос в самом центре Иерусалима. Наша сегодняшняя беседа будет немного под другим углом, чем обычно. Вы узнаете мнение арабского Христианина, живущего в Израиле. Итак, сегодня у меня в гостях замечательный человек Басам Андрали. Надеюсь, я произнес это имя правильно. Он писатель и богослов. Для достижения арабского населения он использует средства массовой информации и соцсети. Он пастор общины в центре Иерусалима. У него две прекрасные дочки. Басам, я очень рад тому, что вы сегодня с нами. Многие из наших телезрителей могут не знать вас. Да, я тоже рад. Поэтому я хотел бы, чтобы вы немного рассказали о себе. Вы родились и выросли здесь, но как же вы уверовали? Я родился в центре Старого Иерусалима, примерно в двухстах метрах от пустого гроба Господнего. Моя семья была христианской, православной, как и многие христиане 70-х, 80-х годов, я жил в атмосфере принятия и активного участия в коммунистическом движении. Это довольно распространенное явление среди христиан. Я палестинец, а не израильтянин. Но так было последние 50 лет целых полвека и поэтому единственное место где мы могли найти себя это коммунистическая партия но мне коммунизм показался не очень убедительным в каком-то смысле я стал атеистом потому что с одной стороны я знал, что Бог есть, а с другой стороны, у нас было абсолютно светское воспитание, светское государство, ну, вы понимаете, это когда вам было 20 лет. Я окончил школу в 1984 году, а затем я поступил в университет в Тель-Авиве. Для меня это был большой шаг. Мне пришлось выучить иврит, который я не знал совсем, даже живя в Иерусалиме, да, помню, как однажды мы спросили директора нашей школы, почему у нас не преподают иврит, а он выгнал нас из своего кабинета. Так ему это не понравилось. Сильно не понравилось. Сейчас там уже учат ивриту. А что вы изучали в университете? Я изучал оптометрию. Я закончил учебу в 89 году и какое-то время работал в магазине, Моего отца в Старом городе Иерусалима. У нашей семьи была своя оптика. 46 -го года. Уже 72 года. Ух ты, несколько поколений. Да. Итак, когда я был в университете, я каким-то образом понял, что духовный мир реален. Многих влечет к этому миру. А не может быть влечения без объекта влечения, который удовлетворял бы эту потребность. И вот я начал думать об этом, как о какой-то науке, которой еще нет научного объяснения, но когда-то мы все поймем. А еще мне не нравилось националистическое движение палестинцев, которые так сильно превозносят землю. Для них это почти что Бог. Я называю это поклонением Земле. Только и слышишь «Земля», «Земля», «Святая Земля», «Проливайте кровь», «Искупите ее своей кровью». Да что это вообще такое? Я думал про них так, и сейчас думаю. Подобный экстремизм есть и с еврейской стороны, так ведь? А мне кажется, что для евреев на первом месте люди, а потом уж земля. Я думал, что это должно измениться. Вначале люди, а уж потом земля. Поэтому я создал выставку. Я еще и художник отчасти. Я создал выставку под названием «Кто царь?». Я рисовал тогда индийскими чернилами. И главным экспонатом был человек с конем, который гордо смотрит вперед. А на переднем плане картины на камне лежит корона. Он очень сильно хочет править землей. Это так глупо, потому что земля убивает одно поколение за другим. Со времен Иисуса до этого дня в Иерусалиме было 26 разных правительств. А на середине пути, яма, которую он падает. А пока он падает, под его рукой появляется голова ребенка, как символ нового поколения. После такой идеи меня много критиковали. И в 1995 году я пережил очень сильную встречу с Иешуа. Он снился, мне каждую ночь. Всю ночь я видел, как хожу с ним и его учениками. Мы были в домах с земляным полом и исцеляли людей. Сидели вместе, вместе с ним и с учениками, и слушали его учения. А потом весь день я не мог выкинуть его слова из головы. И так продолжалось целых две недели. Постоянно. Днем и ночью. Через неделю я сказал ему, «Я хочу, чтобы ты убедил меня в этом вопросе». Я был большим интеллектуалом. У меня было 19 вопросов, и я думал, что никто не сможет ответить на них. Если ты убедишь меня в этом вопросе, я тебе поверю. Он не убеждал меня. Но за две недели он стал настолько реальным. А вы записывали все эти сны? Нет. Я не помню деталей, но помню, что я постоянно ходил с ним. Иногда я видел себя вместе с учениками над облаками. Я смотрел вниз и видел землю, людей. И через две недели я сказал, я знаю, что ты реальный и живой, и отдал ему свою жизнь. Вот с тех пор я и живу с ним. Мне пришлось бороться с ненавистью к еврейскому народу. Через это проходит каждый араб. Расскажите об этом. Это то, что передалось вам от родителей, или это влияние извне за всю свою жизнь? Мой отец никогда из слова плохого не сказал о мусульманах или исламе, но при этом он постоянно негативно высказывался об Израиле не с религиозной, а политической точки зрения. Он пережил множество событий. В 1948 году ему было 30 лет, то есть он был довольно взрослым и помнит многое. А еще он был в армии царя Иордании. Он все время негативно высказывался об Израиле. У нас были свои взгляды и свое единоправильное понимание ситуации, как и многих палестинцев. Я начал бороться с этим, понимая, что это неправильно. Я отдал себя в руки Господа, ожидая, что Он это изменит. Мне посчастливилось попасть в служение царь-царей, и послушать учение на основании римлянам 9 главы, а также 10 и 11 глав. В то же самое время я ходил в арабскую общину и в православную церковь, то есть у меня была такая себе смесь учений. Но первые два года каждый день я по 4 часа, а то и больше, до 6 часов проводил вместе с Господом. Я учился, исследовал. Мое сердце было открыто. Я никогда ни с кем не спорил. Все это время я только слушал и слушал. Принимали, учились и росли. Это было до того, как вы женились и завели детей? Да, конечно. Иногда я захаживал в очень смелую баптистскую церковь. Половина их проповеди была против пятидесятников, но при этом я тоже черпал что-то для себя. Так я искал Господа. В процессе я узнал множество секретов, и по сей день благодарен за них. И вот в 1996 году я начал служить в старом городе и привел многих молодых людей к Господу. Они видели множество чудес, многие получили свободу от наркотиков, это было то самое время, когда Господь призвал меня к служение. А с 1997 -го года я занимаюсь пасторством. Тогда я стал помощником пастора, и с тех пор занимаюсь этим служением, то есть пасторством. Я в нем нахожусь постоянно. Расскажите нам о книге, которую вы недавно написали. Какая у нее тема и цель? Ну, я написал и издал 14 книг и брошюр, но совсем недавно одна из них... А, все они на арабском, да? Да, к сожалению. Я написал комментарии к посланию к римлянам и к книгу о боли. Также я постоянно пишу библейскую апологетику. У нас есть страница в Фейсбуке, и нас часто критикуют за Библию. Каждую неделю мы обновляем контент на нашем арабском сайте. Мы отвечаем на все вопросы и дискуссии о Библии, и это прекрасно, что у мира есть вопросы, потому что в Библии есть ответы, если вы не имеете связи с окружением, которое набрасывается на слово со своими вопросами и возмущениями, вы становитесь далеким от реальности, потому что не знаете какие вопросы интересуют обычных людей. Согласен я вижу что вам нравится быть с таким мостом соединяющим обе стороны. Расскажите нам немного что сейчас происходит среди арабских верующих в Израиле. Но ну, если честно, то я вижу, что многие запутались в вопросах церкви и земли, Потому что многие из нас продолжают гнуть ту линию, которую мы узнали от наших отцов. Мы не пытаемся посмотреть на другую сторону, сторону евреев. То есть мы все еще несем за собой множество устарелых идей. Именно с этой проблемой боролся я. И Господь ясно показал мне, что национальность — это не то, что я получаю, или просто беру из старой жизни. Во втором послании Коринфянам, 5 главе, 17 стихе, сказано, «Кто во Христе, тот — новое творение». Древнее прошло, сюда входит и ваша национальность. Нам нужно прийти к Господу, и принять от Него все то, чему Он хочет научить нас о нашей национальности и наших народах. Нам нужно принять новую любовь к нашему народу. Потому что старая любовь больше не работает. Наша старая любовь никуда не годится. Нам нужна новая любовь к народам. Если у нас не будет правильной любви, мы не сможем послужить нашему народу. Это будет лишь плотская или душевная любовь. Это процесс и довольно нелегкий. В этом процессе я осознал, что я за оба народа, и я люблю и тех, и других. Люди в мире не могут этого понять. Если на улицах Яфы я начну кричать «Я люблю палестинцев», то все евреи подумают, значит, он ненавидит евреев. А если я встану посреди Рамула, и скажу, я люблю евреев, то все решают, что я ненавижу арабов. Почему-то вы любите либо одних, либо других. А если вы любите свой народ плотской любовью, то да, вы будете ненавидеть другие народы или презирать их. Но если у вас правильная любовь, вы сможете любить всех, потому что вы будете на всех смотреть Божьими глазами. Я вижу в церкви это замешательством. У нас не изменилось представление о социальной справедливости. Представление о конфликте. Все одно и то же. Иногда вы можете видеть маску веры, но идеи остаются теми же. Нам нужно понять, что часто разговор о справедливости исходит из ненависти израильтян по отношению к евреям. Буквально вчера люди провели мирный протест в Ираке. Вот так. Мирный протест, но трое были убиты, и десятки получили ранения. Где в этом всем арабы? Где церковь? А если бы троих убили в Газе, то тут же была бы надета маска справедливости. Но на самом деле это несправедливость. В одном из моих видео я говорю о справедливости. О справедливости из ненависти и справедливости из человечности. Я слышал статистику, что за прошлый год было более 70 геноцидов в Сирии. Где же арабы? И где церковь? Почему они активируются только тогда, когда Израиль что-то делает? А я не оправдываю Израиль. Я лишь хочу показать, что многие верующие все еще живут со старым представлением о справедливости. И эта справедливость возникает. Лишь по отношению к тем, кого вы ненавидите. Ну и вообще, многие ваши представления, наши представления об исторических событиях не являются правильными. К сожалению, это так. Церковь запуталась. У многих есть правильное понимание но его не принимают. Они в меньшинстве. Если они возвышают свой голос, их не принимают. Считают радикалами, либо левоцентристами. И у многих неверное понимание. И они как раз самые шумные. Расскажите также, что происходит в политике здесь, в Израиле, на Ближнем Востоке. Но перед этим я хотел бы обратиться к нашим зрителям. Басам и его команда одни из наших партнеров в Израиле. Мы также поддерживаем их финансово. Через соцсети они достигают десятки тысяч людей. Можете исправить меня, если я ошибся. Люди из разных городов и стран пишут им и задают вопросы о Библии. И они самые разносторонние. Так они достигают десятки тысяч людей каждую неделю. Они делают то, что мы не можем делать из-за незнания языка и культуры. Я призываю вас молиться о том, чтобы посеять в работу Басама и его команды. В Иерусалиме много арабских верующих, и вы можете жертвовать на это служение. Вы можете сделать это на нашем веб-сайте, уточнив, что это пожертвование на евангелизм. Большую часть пожертвований, которые мы получаем на евангелизм, мы отдаем нашим арабским партнерам. Подумайте над тем, чтобы поучаствовать в этом. А теперь, Басам, расскажите о политической ситуации. Как вы ее видите? Многие люди говорят, что борьба в стране носит религиозный характер. Борьба не полностью религиозна но по большей части это именно так. И часто церковь этого не понимает. А что было бы, если бы турки продолжили завоевывать святую землю? Ничего. Ничего хорошего. Палестинцы ходили бы по улице и говорили, «Палестина — это не Турция». Нет, они ничего бы не говорили. Сейчас вся шумиха только потому, что здесь евреи. В этой проблеме есть и политическая сторона, но она значительно меньше. Самая большая проблема — это религия, а не политика. И эта проблема растет все больше и больше день ото дня. Также растут экстремистские взгляды и идеи. Например, когда в школах была иорданская учебная программа, они не были благосклонны к Османской империи и не говорили об Османской империи ничего хорошего. Но после того, как была принята палестинская учебная программа, отношения к Османской империи и истории о ней изменились. Как видите, три основные исламские партии на палестинской стороне пытаются продвинуть идеи о халифате, исламском государстве. Они говорят, это не история. Это было всего сто лет тому назад. А когда им закидывают то, что османцы или турки любили евреев, они собирали евреев и давали им место жительства, потому что их ненавидели во всей Европе, а османская империя воевала с этой Европой, они увидели в евреях прекрасных союзников и разрешили им приехать в Палестину. О, нет, нет, нет. Сразу же поднимается крик. Это неправда. И вот они уже пытаются защитить османцев и как можно сильнее очернить британцев. Это всеобщий подход. Британцы обманули османскую империю? Нет, это неправда. К сожалению, таким же подходом пользуется и церковь. И сегодня, да и раньше она этим грешила. То есть, когда эти политические партии говорят об исламском государстве, то говорят, что оно закончилось всего сто лет назад. Это большое изменение по сравнению с иорданской учебной программой. Потому что Шариф Ахсин, прапрадедушка царя Абдалы, считается одним из виновников падения Османской империи. И это привело к появлению новых, может, ну, не к появлению, по большому счету, а к выходу наружу новых и разных взглядов. Но церковь, и тут я скажу, к сожалению, не замечает этого. А еще два года назад... В Назарете в День Земли произошло еще одно уникальное событие. Христиане и мусульмане проводили свое обычное шествие. Они делали это вместе, воспоминая землю, которую они утратили. Накаба? Не совсем. Это скорее День Земли. Но прямо посреди этого мероприятия, мусульмане стали призывать к возрождению мусульманского государства. Христиане и арабы покинули шествие. Это было либо в 2015, либо в 2016 году. Это было очень важное событие. То есть борьба все больше обретает религиозный или исламистский характер. В этом и вся проблема. Если страна станет исламской, тогда разговоры о Палестине будут уже неуместными. Когда в 2006 году Хамас победил на выборах, они опустили флаг Палестины и подняли флаг Хамаса. То есть она будет сброшена в большую корзину всех исламских стран. Это значит, что евреи не смогут иметь никакое государство в Святой Земле им придется уйти. И никакие договоры и соглашения не помогут. Они станут лишь шагом к тому, чтобы выгнать евреев из земли. А это нехорошо. Я верю, что именно Бог поднял израильское государство в этой земле. Господь сказал мне об этом в конце 90-х. Я не понимал Божий завет с еврейским народом, но я очень легко его принял. Бог имеет власть над этой землей, и Он дает ее тому, кому пожелает. Он решил отдать ее евреям, чтобы у них было тут свое государство. И все, точка на этом. Это Его земля, и Он может делать с ней все, что захочет. Если возникает какая-то несправедливость, то что с этим поделать? Это никак не связано с тем, что будет управлять землей. Это решает Бог. Это грустно, потому что церковь запуталась, а это странно. Потому что настоящая вера с каждым днем приносит все больше ясности. И последний вопрос как люди могут молиться за вас и арабских верующих на Ближнем Востоке. Нам нужно много молитвы. Во-первых, за то, чтобы Бог хранил наши сердца от любой горечи и ненависти, несмотря на все то, что мы видим на Ближнем Востоке, и все то, что происходит с христианами в Сирии, Египте и других арабских странах. Ну а во-вторых, молитесь за то, чтобы у нас было Божие владение на землю, его цели, чтобы Царство Божие было для нас на первом месте. В Европе есть социальная справедливость, но церковь там почти мертвая. Мы хотим, чтобы Царство Божие распространялось. На этом сфокусированы все Наши молитвы. Мы считаем, что молиться за церковь ⁇ это осознавать порядок, то есть кто управляет этой землей. Бог лучше знает, что лучше всего подойдет земле. Мы можем думать, если бы Израиля не было, было бы лучше. Но кто знает? Вы не можете этого знать. Также люди должны понимать, что Израиль оказался здесь не случайно. Это цветущее растущая страна, и она появилась здесь божественным образом. У этого появления была цель и план Божий. Бог не закончил с еврейским народом. Его завет все еще действителен, он работает, и он продолжит сотрудничать с ними, чтобы в итоге Царство Божие пришло через Иешуа, и его искупление. Аминь. Прекрасный ответ, Басам. Спасибо за ваше время. Я узнал много нового. Мы очень ценим вас и вашу команду. Я хочу еще раз сказать, еще раз попросить вас посеять служение Басам. Пожалуйста, молитесь за них. Они регулярно сталкиваются с многочисленными трудностями. Им нужна ваша молитвенная поддержка и ваша щедрость. Спасибо вам за то, что смотрели нас сегодня. Мы будем рады вашим отзывам и комментариям. Пишите их на YouTube. Ждем новой встречи с вами в программе ⁇ Возрождение сегодня ⁇ До свидания!